С 12 часов дня до 20 часов вечера в здании администрации глава Раменского городского округа Виктор Неволин и заместитель главы администрации Раменского городского округа Олег Плынов проводят личный прием жителей. Когда строился ФАП, у ДК «Лель» сломали плитку, подняли, заезжали ведь такие грузовики большие, и всю плитку мне сломали, получается. Я к ним подходила, они, ну, как клочками все это сделали. Говорю, ну, все равно, вы извините, хоть какая-то плитка, клубу 31 год, да? Хоть какая-то плитка, но она была у ДК. А сейчас получается то, что она вся сломана. И вот, чтобы нам ее тоже, хоть бы они, ну, сделали эту плитку, конечно. Вот этот самый главный тоже вопрос. Основные вопросы – это ЖКХ, транспорт и земельные имущественные отношения. Четыре вопроса сразу по месту были решены. По остальным вопросам принято решение. Вопросы взяты на контроль. И в ближайшее время мы надеемся, что они будут решены. По информации Центра управления регионом Раменского округа, на 15.00 принято 29 человек. Из них глава принял 8 человек, первый заместитель – 5 человек. В территориальных управлениях принято 16 человек. Четыре вопроса решены в ходе личного приема. Окончательные итоги сегодняшнего приема граждан будут подведены в пятницу, 13 декабря. Сергей Григорьев, Дмитрий Курнов, Ольга Захваткина. Для программы «Городские вести».